Сегодня мы на площади Дзержинского. Мы с вами уже здесь бывали зимой. Там елка вот здесь стояла. А сегодня площадь почти пустая. И поэтому спортсмены, молодежь, организаторы международного марафона проводят регулярные состязания по марафону. Вот по наличию флагов многих стран мира можно судить, что это действительно международный марафон. Очень много. Играет музыка. Не знаю, меня слышно или нет, потому что очень громко музыка. Вот поддержка. Вот даже вот наверх молодежь. Наверное, там должны сидеть комментаторы. Вот. А им понравилось. Высоко сижу, далеко гляжу. Видно, недавно еще сказку такую слышали. Вот. И вот здесь начало. И здесь же финиш. И здесь же финиш. Они сейчас, марафонцы, бегут. Вот. Некоторые уже далеко впереди. А вот отдельные. Или такой стиль, или травмированный, но должен добежать до финиша. Давайте поддержим как можно громче. Четвертое место. Руководитель этого мероприятия предлагает поддержать болельщикам. Поддержать. Вот здесь финиш. А там вот бежит такой спортсмен. Вот, передал эстафету и побежали они вдвоем. Или он его приветствовал, наверное, тренер. Я не специалист в области марафона и законов марафона не знаю. Вот девушка тоже бежит. Женщина молодая. Вот. Но, как говорится, не главная победа, а главное участие. Вот и как всегда, девочки-попрыгунчики. Я когда-то в 2000 году был в США, у нас еще такое не практиковалось. И на баскетбольных матчах, а будь в Америке не позволяет. И нас тоже. Ну это мероприятие. Ну что, друзья мои, встречаем смены четвертого. Величора 42 километра, 195 метров. Партия разрушителей все пытается назвать, что у нас война. Агрессоры. Есть, а народ живет своей радостной жизнью. Давай. Есть, давай. Громче, друзья, поддерживаем. Сергей Попов. Вот такая. Четвертый сегодня на дистанции 42 километра, 199 метров. 50 метров вверх, отвлекает тоже Сережу. Отделяет от тех самого заветного. Касание корпусом ленты. И... Наши поздравления. После этого будет концерт на этой территории. Супер Пуся! Этот трек нужно обходить. Рекламы много. Я не знаю, кто ее будет читать, бегуны, навряд ли. Это точно как на трассе. Много-много рекламы. Я как специалист оценю, сколько стоит металл для бигбордов. Так думаю, никто их не читает. Водители некогда, пешеходы там не ходят, так и здесь. Ну, значит, если так надо, значит, кому-то это выгодно. И вот то, что я говорил, что не нравится мне это. Это палатка с бездельниками в партии разрушителей. Не буду комментировать, они недостойны этого.
Вот такие, друзья, дорогие. Друзья, мои пьяные. Пьяные в Харькове. Пьяные в Марафоне. Смотрите мое видео. Не знаю, рекомендовать вам бегать в Марафон. Я не бегаю. Название пьяных сегодня на Марафоне. Спасибо. Спасибо.